Я Владимир Иванович и приветствую всех вас на своем столярном канале. Продолжаю рассказывать о новом проекте, в котором принимают участие ребята. Сегодняшний фильм – рассказ о новой работе. У этой модели есть автор, и это заслуга людей, которые талантливы, которые могут выполнять, которые создают такие интересные модели. Мы решили повторить труд великих людей. Сегодня посмотрим, как получается. Скажу честно, что именно эта работа очень нравится мне. Посмотрим, как эта работа будет выглядеть в дереве. Будем использовать термотополь с влажностью 4%. Есть необрезная доска. Ширина как раз подходит под рабочий столик станка. Толщина этой доски 50 мм. Ребята полностью создают программу. Сами создают и фильм. Так что хвалите, ругайте полностью ребят. We'll be right back.
Так выглядит готовая фрезерная работа, выполненная на станке ЧПУ. Авторство у этой работы совершенно другое. Есть великие люди, которые создают такие работы. Мы повторяем эти работы и радуемся труду великих людей. Финишная отделка, два слоя масла с воском. Красивая композиция, интересная композиция. Такая работа нравится лично и мне. Размер 180 на 290, чистая картинка. При обработке было использовано две фрезы. Для черновой обработки фреза 6 мм в диаметре, и обработка происходила 42 минуты. Для чистовой обработки была использована фреза морковка конусно-спиральная с радиусом 0,5 мм или с диаметром 1 мм. Мы специально установили такую большую фрезу для того, чтобы ускорить обработку. Дело в том, что станок новый и хочется поберечь, хочется нормально, грамотно этот станок обкатать в начальных режимах работы. Поэтому фреза подобрана большая, смещение большое, для того, чтобы ускорить время обработки. Для финишной отделки потребовалось 5 часов 20 минут. В общей сложности 6 часов ушло для того, чтобы создать такую красивую фрезерную работу. Первоначально думал еще добавить сюда немножко патины, потом решил отказаться. Вот какое-то одно слово, которым можно охарактеризовать эту работу. Строгость. Строгость и лаконичность. Ничего нет лишнего. Красивая работа, еще раз скажу, не побоюсь этого слова, работа нравится и мне. В своих письмах, друзья, можете задавать вопросы, оценивать их труд. Можете также написать, какую работу вы хотели, чтобы сделали эту работу именно ребята. Пишите о своих задумках, пишите о планах, оценивайте работу, задавайте вопросы. С уважением, Владимир Иванович.